Вы кому сказали? Ну, я вам говорю, что вы сейчас говорите, что ты тоже должен ходить. Я вот там рядом с вами, вы даже по той стороне шли, я говорю, вот здесь, вот, парковка для инвалидов. Не здесь, вот здесь. Вы говорите, Анна Евгеньевна. Каждый человек, наверное, в силу своей воспитанности, да, как-то себя ведет. Сейчас я просто промолчу и протерплю. А с понедельника мне с утра 8 подойдете, я вам объясню. Чтобы таких вопросов глупых, которые вы сейчас сказали, или комментарии сделали. Поэтому и нужно без меня, если такие вопросы задаются, значит вы плохо доводите эту информацию до исполнителей. Если вопросы каждый раз поступают, как я иду. Если бы эти вопросы не выступают, не поступали, я об этом бы не говорил. Кому сказали? Ну, я вам говорю, что вы сейчас говорите, что ты тоже должен ходить. Я вот там рядом с вами, вы даже по той стороне шли, я говорю, вот здесь, вот, парковка для инвалидов. Не здесь, вот здесь. Вы говорите, Анна Евгеньевна, где пандус? Каждый человек, наверное, в силу своей воспитанности, да, как-то себя ведет. Сейчас я просто промолчу и протерплю. А с понедельника мне с утра 8 подойдете, я вам объясню. А чтобы таких вопросов глупых, которые вы сейчас сказали, или комментарии сделали. Поэтому и нужно без меня, если такие вопросы задаются, значит вы плохо доводите эту информацию до исполнителей. Если вопросы каждый раз поступают, как я иду. Если бы эти вопросы не выступают, не поступали, я об этом бы не говорил.